В администрации Серпухова провели комиссию по топонимии. Разбирали три важных для округа вопроса. Подробнее в нашем следующем сюжете. Активные жители микрорайона Владычная Слобода и представители Совета родительской общественности предложили разместить на доме Бригадная 4А граффити с изображением участника Великой Отечественной войны Павла Козленкова, который жил в этом доме практически до 100 лет. Это прям вот архиважно, считаем, такой проект, значимый даже в нашем микрорайоне Владычная Слобода. Такого граффити, это первое граффити, так скажем, такого патриотического направления, хотя у нас граффити есть еще. Вот именно в этом ключе, с портретом ветерана, это будет первое, наверное, как говорится, пробное, но я думаю, будет все хорошо. Инициатива нашла отклик среди членов комиссии по топонимии. В ближайшее время будут продуманы варианты граффити. Городские бани на Театральной после прохождения необходимых процедур будут переименованы в Савинские бани. Это настоящая живая история, непридуманная. Но я безумно рада, что если бани будут называться Савинскими, то есть, так сказать, смысл моей жизни, так сказать, пришел к завершению. Очень хорошо, что они будут называться Савинскими. Савин построил, надо об этом всегда помнить. Это Савинские бани. И что с банем 170 лет. На постаменте памятника танк Т-34, установленного на разъезде дорог Калинова-Дракина, будет размещена новая мемориальная табличка с QR-кодом о подвиге танкового аса Дмитрия Лаврененко. Старая почти не читается и установлена со стороны, к которой нет подхода. Ну что, мы тогда с вами принимаем решение. Все за? Конечно, все за.